Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Джагмент. 84-й день у нас с вами на кону. Мои выжившие живут и процветают, но проблемы здесь у нас, знаете, в чем? Как видите, в воде, в еде, и это все дело нужно исправлять. Как мне подписчик написал один, я неправильно делаю приоритеты. И он прав, ребята. Я потом уже, конечно, вспомнил, что на самом деле же нужно делать нам вот так вот все. Что первое стоит, то и будет он первым делать. Спасибо ему, что он мне написал. Побольше бы таких ребят. Ну что же, давайте тогда мы сейчас это сделаем. Так, у нас с водой проблемы. Значит, делаем для добычи воды. Давайте-ка вот так сделаем. И также нам нужна еда. А еда, еда. Так, давай-ка вот занимайся огородом. Ты у меня на производстве. Юля, давай производство делай. Ты у нас 100% на воде. Глеб, давай-ка так мы сделаем. Так, оккультные исследования нам тоже нужны обязательно. Так же, как и научные очки. Здесь что мы с вами можем сделать? Пока ничего. Стив. Стив у меня вообще почему-то какой-то не развит ни в чем. Все у него отстает как-то. Вроде бы и все, да? Так, лес рубить. Нет, давай-ка ты лучше воду. 160%. Нифига ты, Максим, развился у меня. Ну что, вроде бы пока здесь и все. Нет, надо еще кого-то на производство поставить, потому что еда очень быстро у нас заканчивается. Так, ну что, будем смотреть, как у нас пойдут результаты. Лучше, не лучше, время покажет. Давайте теперь разберемся, что у нас по очкам, по науке. О, кто-то уровень получил. И это у нас док. Производство 50%. Ну, давайте сделаем. Хорошо. Тут там у нас будет шанс возврата ресурсов при производстве плюс 10%, да? Хорошо. Это в дальнейшем. Так, теперь нам нужно заняться чем? Исследованием. Давайте-ка посмотрим, что мы можем. Логистика продвинутая. Нужно очень много очков. Почти 1000 еще накопить. Но у нас размер группы увеличится на 1 человек. Получается 6. Нет, 7 у нас будет в команде. Это хорошо. Это очень даже замечательно будет. По производству что у нас? Геология. Ага, нам нужны вот эти вот, ребята, данные исследований. Надо будет поискать по карте. Оружие. По оружию что у нас? Снайперская стрельба. О, пустынный орел и Иерихон. Стопудово, если мы сейчас с вами изучим вот это вот, нам что-нибудь понадобится. Например, там, навыки владения огнестрельным оружием или что-то в этом роде. И мечи. Их я даже не знаю, ребят. Хорошо, по оккультизму у нас. Восстановление души. Вот это мы, наверное, с вами обязательно сейчас изучим. Осталось нам немножко подождать. И ритуалы. Защитная аура. Мы можем изучить. Святость. И шестое чувство. Обнаружение выживших. Вот это, кстати, очень бы сильно нам пригодилось. Кристаллы души. Реликварий. Влить кристалл душ. Странно. Так, хорошо, ребят, у нас здесь... А почему никто не занимается ритуалами? Я же вроде бы поставил. Или же нет? Ритуалами заниматься есть у меня кто? Погоди-ка, погоди-ка, у меня все на исследование. Вот, давай-ка Августа поставим, пускай она занимается у нас этим делом. Большего пока у нас, хотя тут еще 10%. Ну, у него... Да, фиг с ним. С водой с этой пока он все равно... О! Давай-ка вот так вот мы сделаем. Аннабельку. Все, я думаю, сейчас у нас все это дело пойдет. Так, значит, нам нужно с вами найти диск на карте. Я надеюсь, он у нас здесь обнаружен. Да елки-палки, не сюда нажал. Ну-ка-ся, где он? О! Вот они, данные исследований. И где же вы находитесь? Вот здесь.
здесь и здесь. Ё-моё, ребят, вы... Легион, Картанах, Падшангел и Лич. Я не знаю, можно, в принципе, сюда сбегать, посмотреть. Тут по одному и четыре Лича. Но для этого, я думаю, что нужно посмотреть на свою команду, как она у меня боеспособна хоть вообще. О, смотрите-ка, ритуалы пошли. Молодцы. Так держать, и все у нас будет хорошо. По строительству мы ничего не сможем с вами сделать. Пока нет. Замедляет движение и полностью блокирует оружие дальнего боя. Нет, это как-то нам не подходит. Я думал, знаете что, базу свою обнести и сделать всего лишь один вход, чтобы демоны, когда нападают на нас, они не могли с разных сторон идти, а, например, должны были оббежать и, например, вот отсюда идти. И мы бы здесь уже как держали бы оборону. Было бы выгодно бы. Но пока я не вижу ничего такого. Хотя, почему бы и нет? Сколько стоит это все дело? Доски, металл. Ну, даже если мы, предположим, обнесем вот так вот. Эх, я даже не знаю. Можно, конечно, попробовать. Но это столько нужно здесь обносить. Фиг с ним, пока перебьемся. Почему у меня геология никто не занимается? Потому что я не заказал, дурень. Нам нужна глина. Здесь у нас что? Святая вода не хватает, отгоняет злые силы от вашей колонии. Заметность на 50% снижается. Нужна святая вода. Это мы можем себе позволить сделать. Вот так вот пускай будет. Так, у нас, смотрите, есть глок. Можем сделать. Также у нас УЗИ есть. Тоже можем сделать. А дробовик что такое? Ага, компонентов не хватает. Ладно. Здесь нам не хватает эфира. Здесь композита и обсидианта. Да, много чего нужно еще нам добыть. Так, мы можем с вами заказать. Не, нафиг, лучше вот эти вот сделаем. Эти мы отменим. Они ерундовые, а вот эти вот сделаем. 5 штук как раз. Ну что, у меня все здоровые, нет? Нифига, Георгий почему-то хромает. Так, давай-ка мы сделаем. Хватает? Чё? Ага, у меня лекарства нету. Вот те здрасте, приехали. Блин, мне нужны те данные. Хоть тресни. Ладно, ребят, давайте мы, знаете, что сделаем с вами? Вылазку. Проверим, что здесь за ребята у нас такие. И что они себя представляют. Особенно вот эти вот личи. Уж больно мне интересно. Так. Ага, выжившие питаются энергией своих душ, это хорошо. То есть мы на еде будем экономить. Так, адские врата. Ритуал освещения сработал, и теперь ваши оккультисты планируют изготовить устройство для измерения уровня оккультной энергии, как они это называют. Устройство будет способно обнаружить энергию вокруг темных артефактов и живых сущностей, например, проходящих мимо демонов. С этим устройством команда хочет вернуться обратно к адским вратам и исследовать более тщательно. Рекрутеры, глава 3. Так, погоди-ка. А у нас получается что? Где у нас эти адские врата? Так, эмиссары из последней загробной. Так, понятно, бежит. Опять ему нужна помощь. Нет уж, обойдетесь как-нибудь. Нифига нормально вы мне не присылаете, я должен вам помогать. Я вот сейчас занят своими делами. Ну что, ребята, давайте, наверное, блин. Четыре лича, легион. Давайте просто бой сделаем. Не автобой, а обычный. Я просто хочу посмотреть, что это за враг такой. У меня тут по оружию как? В принципе, все хорошо. Так, тихо. Вот они, личи. Ё-моё, они маги какие-то. Так, отбегай, 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 отбегай. Лечись нафиг. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребята, это не дело. Это жесть какая-то. Давайте-ка мы переиграем. Я, в общем, понял. Сюда нам суваться пока рано.
отменяем все это дело. Видимо, еще не доросли мы до того уровня, чтобы нападать на личей. Пускай бегут. Ладно, мы знаете, что с вами сделаем? Раз уж мы вышли, пускай они вот помогут. Так уж и быть. Бежим на всех парусах. Заодно и карту приоткроем, да? Я думаю, что это хорошо будет. Так, еда, еда все меньше и меньше. О, дурной знак. Понятно, это мы с вами читали. И упоминание кровавой луны, а также описание древнего религиозного ритуала, призванного... Да понятно все. Ага. Странный феномен определенно имел мистические свойства. В темных уголках вашей базы вы обнаружили странный металл, который появляется после убийства демонов. Демонит, 27 штук мы с вами нашли. Ё-моё, в мою сторону направляются демоны. Еще и стычка у нас. Все одно к одному. Ну, стычка ерундовая была, нам повезло. Вот единственное, что я думаю, наверное, все-таки нам надо на базу валить, потому что демоны рядом. Где они тут? В настоящий момент в мире что-то происходит. Время ограничено. Но я так понимаю, это вот про это говорят. Ладно, не беда. Будем с вами на базе стоять. Георгий, у меня как... Фу ты нафиг, испугали. Я же думал, уже атакуют. Люси! Автоматическое оружие. Давай-ка мы... Враги активировать. Давай активируем. И вот так вот мы сделаем. Запрос помощи. Да, конечно, они расстроены, что я им не помог, блин. Так, погоди, какая скорость? Ё-моё, я даже не успел. Я не успел это все сделать. Хотя они у меня здесь в куче. Все, все хорошо, отлично, ребята. Так, давай-давай, ныкаемся вот сюда. И готовимся к отражению атаки. Ух, сейчас будет, чувствую, резня. Картонах уже пошел. Черт, вот это плохо. А здесь падший ангел. Вот, как говорится, и уследи сейчас за всеми. Сейчас будет жарить огнем, гад. Ну, уничтожьте картонаха. Есть. Ё-моё, вы не можете даже падших ангелов убить. Блин, и тут одержимый еще стреляет. Так, давайте все, всей кучей. Ага, в ближнем бою-то он сосунок. Ангелочек-то этот. Ну? Да добейте вы уже, ё-моё. Фух, отлично. Чё нам дали? Святой текст. Да. И больше ничего хорошего. Так, ну что, я смотрю, с водой у нас вроде бы дела идут на поправку. А вот с едой очень хреново. И никто не занимается огородами. Вообще никто. Хорошо, это у нас нужно делать приоритеты по фермерству. Давайте-ка мы с вами это дело быстренько исправим. Так, ты у нас так остаешься. Давай вот сюда. Что опять там такое случилось? Все нормально? Все нормуль. Вот, аптечку. Дебора, у тебя что, граната? Ладно, фиг с ним. Тут нужна аптечка. Так, холодильник. Ладно, это пойдет. Тут есть. Так, вот сюда воткнем. Андрей с гранатой. Так, тут амулет. Сюда. И вот сюда Глебу обязательно, потому что он у нас Сузи, он у нас в основной команде исследователей, не исследователей, а этих партизанов, так скажем, находится. Блин, с едой это все равно фигня получается. Кстати, да, ребят, смотрите, у меня на карте практически не осталось леса, а он нам нужен. Надо будет засадить практически здесь все лесом. Да, мы сейчас так и сделаем с вами. Не будем откладывать это в долгий ящик. Вот
так вот сделаем. И, пожалуй, вот здесь вот тоже все засадим. Да, вот так, что мелочиться. Правда, они задолбаются это все высаживать. Хоть кто-нибудь-то побежал, нет? Заниматься этим делом. Ага, вон, Стив пошел. Вот, пускай он один, ему как раз... Или он дерево? Нет, пошел сажать. Хорошо. Так, у нас очков, блин, еще мало. До сих пор маловато все. Можно ускорить, в принципе. Давайте мы это сделаем. Сделаем дело. Как-то очень медленно они у нас прибавляются. Так, может быть, все-таки еще заказать что-нибудь? Давайте вот так вот сделаем. Глок. Демонитовый клинок. Нет, пока мы перебьемся. Святые доспехи. Одну штучку сделаем. Может быть, уже кто-то может их носить. Наденем и будем как батька гулять здесь. Давай, давай, 2100 нужно нам науки, чтобы мы смогли с вами изучить. А изучить нам нужно логистику. Да. Увеличится размер группы, соответственно, мы будем с вами проходить уже более проще все это. Все эти стычки, заварушки. Так, вот у нас и торгаши прибыли. С каким визитом? Что они нам тут могут предложить? 3200. Что это за аркебуза, блин? Полевая медицина. Так, лазерная винтовка. Обалдеть. Урон 36. Но опять же, мы ее возьмем, да? А носить ее у нас никто не сможет. И толку нет. Перебьемся мы, пожалуй. Поэкономим деньги. Мне сейчас вот нужны научные очки. Это у меня сейчас в приоритете. Святое оружие. Стойкость. Ритуалы. Темное оружие. Ну, давай святое оружие сделаем. О, еще можем? Вот так вот. Ну, давай, тут немножко осталось-то. Ё-моё, 300 этих, 300 очков, и все. И мы на коне. По оккультизму... Эврика. О, вот это ты молодец. Кто это у нас отличился? Стив. Это как раз тот чувачок, который у нас пошел сажать деревья. 600 науки нам принес. И да, ребята, можно делать обычную скорость. Изучаем с вами обязательно в первую очередь логистику продвинутую. Вот она. Отлично. Так, тут у нас строевая подготовка. Это что дает? Скорость путешествий плюс 15%. Уход за ранеными. Естественно, восстановление 50%. То есть они сами по себе будут восстанавливать 50%, когда будут на базе находиться, я так понимаю. Отжим масла. Отжим масла мы сможем с вами делать. А масло у нас, кстати, довольно много где нужно. Но, конечно, мне нужен алюминий. Мы с вами сможем тогда изучать композит, по-моему. Тут алмазная шахта. Ай-яй-яй-яй-яй. Алмазный резак, обалдеть. По оружию что у нас? Пистолеты улучшенные, мечи, снайперская винтовка, рельсотрон. Ну это прям вот действительно как в Fallout'е. Штурмовые винтовки. Жезлоглушение. Так, ну что, нам придется опять с вами копить. Копить очки. По оккультизму у нас сейчас немножко... Ага, набор исследователя нужен. Придется нам идти на карту и искать его. Этот набор... Да ё-моё, я все время путаю, не туда нажимаю. 15 штук их на карте. И все находятся здесь. Что-то как-то сыкотно, блин, туда валить-то. Мы уже сходили, посмотрели на этих ребят. Что они из себя представляют. Ну вот этих вот можно было бы, конечно. Я вот одного не понимаю. Падший ангел, да? Он стрелок. Почему он по моим может стрелять, а мои нет? Неужели они такие... слепые, и у них маленькая дистанция, радиус обзора, чтобы попадать по ним. Так, ну сюда как-то неохота идти, а где-нибудь в другом месте есть, поближе хотя бы. Нету ни шиша. Нету. Блин, нет, я туда не пойду пока.
И вот сюда у нас, ребят, основное задание, да, вернуться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь врагов, плюс тут еще по два. Тут слишком большая у нас будет командушка, так что рано нам еще туда пока идти. Нам нужно укрепляться, в первую очередь, естественно, развивать навыки оружия, брони. О, стрельба. Ну, нам, наверное, нужно механическое оружие. Потому что раз уже пошел у нас огнестрел, будем его развивать. Так, почему у меня никто не изучает вот это дело? Я никак не пойму, что для этого нужно. Опять же, приоритеты, видимо, да? И это у нас... Но это не строительство, это, скорее всего, у нас исследования, да? Но не научные. Шахтерство, обыск. Как же сделать-то так, а? Копать, рубка. Все это не то. Все это не то. Используется для поиска ресурсов в недрах земли. Но никто не идет. Юля, ты чем занята? Блин, Юля у нас ничем не занята. Она пошла у нас пищу употреблять. Почему я не могу ее сюда назначить? Ну-ка, отменим задание. Оу, ребята, с едой-то вообще... Вообще кисло. Так, что-то нужно делать срочно. Надо смотреть производство. Иначе у меня сейчас начнут погибать один за другим. Так где у нас еда-то, елки-палки? Она не здесь, что ли? Да нет, в производстве должна быть. Но ведь не в строительстве же, ё-моё. Так, я ничего не вижу. А, вот, салаты. Салаты, салаты. Минимум 100. Нет, минимум не 100, а минимум мы сделаем тоже 500. Минимум 500, это на салатах хлеб. Что у нас? Дерево нужно. Ё-моё. Тоже здесь сделаем, наверное, 500. Как-то так, минимум 500 и максимум 300. Тогда поставим 300. Вот, и бутерброды. Дерево нужно. А это означает, что нам нужно ставить приоритеты... Теперь на древесину. Сейчас мы выберем с вами какой-нибудь, кто у нас по дереву очень крут. По рубке именно. Вот здесь 10%. Так, Георгий, хорош тут заниматься ерундой. Будешь мне дерево рубить. О, 100%. Давай-ка, иди руби. Подожди-ка, а может быть это... О, нет, это обыскивать будет. Это не изучение, к сожалению. 30 очков. Нет уж. Давай мы сделаем вот так. И вот так. Все. Надеюсь, они пойдут рубить дерево. Да, и еще нам нужен ритуал на дождик. На который, опять же, нужно дерево. Бред какой-то. Давай, Георгий, руби. Руби древесину, и мы с вами закажем дождь. Дождь, когда пройдет, вот эти вот все деревья, которые они сажают, будут расти быстрее в разы. Но пока они у меня дорубают все последнее, что здесь есть. У нас с вами, кстати, очень много кровавых рубинов, потом, по-моему, алмазов, а глины... Так, это у нас минералы. А глины и камня вообще практически не осталось. Что не есть хорошо для нас вообще. Так, что у нас там по оккультным очкам? Вроде бы что-то мы... Да, еще немножко осталось, и здоровье 5% мы с вами сделаем. Слушайте, ребята, это, в эту игру я могу, блин, часами играть просто-напросто. Единственное, что здесь, конечно, не все так быстро, как хотелось бы. Еда. Еда у нас прибавляется вроде бы, да? Или уменьшается? Черт поймешь, что происходит, а?
Так, приоритеты у нас по огородам. Кто-нибудь тут? Ага, кто-нибудь тут? Никто. Никто не занимается огородами. Слушайте, опять не хватает выживших, блин, а? Чтобы они могли у меня заниматься этим делом. Почему-то фермерство вообще хреново развито как-то у нас. Давай вот так вот сделаем. Нет, надо на фермерство много народу посылать. Пускай они там, как говорится, копают, собирают нам еду. Все. Так, ну зато с водой теперь вообще просто ништяк. Ха. Вода, как говорится, пошла. Изучение, изучение. Это все, конечно, замечательно. Так, одна броня есть, святые доспехи. Интересно, у меня кто-нибудь может их носить? О, ртутные доспехи есть. Сейчас мы по всем быстренько пробежимся и посмотрим. Я же вроде кому-то изучал. Кто-то мог в свое время носить у нас святые доспехи. Я специально... А может быть, это был тот, который умер у меня, а? Ладно, Глеб. Да ёпрст, я же хотел Глебу их воткнуть. А воткнул кому-то другому. Кто это у нас? Кто у нас доспехи быстренько к себе прикарманил, а? Хрен теперь найдешь, блин. Ага. Это у нас Андрюха. Нет уж, блин, родной мой. Ты перебьешься. У Георгия, в принципе, и так неплохой доспех, нормуль. Это ерунда, все ерунда. Стив. У Стива даже оружия нету. О, он может носить глок. Это круто. Люси, даже не знаю, кому поставить-то. Так, сколько... Твою дивизию опять, что ли? Ладно, хрен с ним. Кому-то опять влепил, блин, искать это. Жалко, не отмечается здесь. Кому я поставил? Нечаянно, блин. Нужно обязательно на него кликнуть, а не просто его просматривать. Че, изучили, что ли? Молодцы. Так, теперь давай, мы глину заказывали с вами. Теперь... Камень, пускай месторождение ищут. Че у нас там, подожди. Да куда же у меня все дерево-то уходит? А, на еду. Понятно. Они же жрачку приготавливают и, соответственно, тратят дерево. И уже никто ничего не сажает. Так, еда по чуть-чуть прибавляется. Совсем помаленьку. Не устраивает меня такой, конечно, вариант. Искать еду я тоже, ребят, не пойду, потому что это бесполезно и бессмысленно, я считаю. Что бы нам с вами замутить такого? Давайте вот эти вот посмотрим места. Я думаю, что мои ребята вполне справятся с этим делом. Просто проверим, что это за знаки вопроса. Какие здесь можем найти мы минералы или еще что-нибудь в этом роде. Естественно, все на автобое, потому что с этими сосунками мы просто на раз справимся. Найденные предметы. О, аркебузу нашли, вы представляете? Хорошо. Я тогда... Да ё-моё, все время забываю. Я тогда еще хочу посмотреть, где здесь места. Вот, вот эти вот ребята, наши клиенты. Давайте. Может быть, заодно и пищу где-нибудь найдем себе. Так, шикарно. Ну-ка, автобой. Ну, порвать должны, по-любому. И? Ох ты! Стерлинг. Металл нашли. Опа-на, медь. А медь мне нужна. Так, ребят, я, наверное, сейчас вот этим делом здесь тут и позанимаюсь пока. Это огненный бесенок. Это лашпен, а не огненный бесенок.
Давай, быстрее, быстрее, ребята. Блин, 15% к изучению карты было бы, конечно, неплохо нам изучить, да? Мы бы с вами быстрее бы здесь передвигались бы. Так, автобой. Порвали их нафиг. Что дадут, какое оружие? Ага, дали бинокль. Ладно, бинокль тоже нам пригодится. О, здесь, кстати, порох, демонит. Давайте-ка сюда сбегаем. Блин, я вот смотрю на жрачку и нифига, что-то как-то очень она у нас медленно прибавляется. Опять стерлинг этот нам дали. Давай тогда вот сюда заодно. О, здесь медь. Медь нам нужна. Я, правда, не помню для чего, но я что-то хотел как-то изучить. И мне потребовалась медь для этого дела. Сколько дадут? 28 плюс аркебуза. Мы это с вами, ребят, попозже посмотрим, как это аркебуза, насколько она лучше, чем простые вот эти вот наши луки, которые уже действительно давным-давно пора уже выкидывать на свалку. Бегают они у меня до сих пор с этим барахлом. А потом я удивляюсь, почему мы не можем завалить каких-то там личей или серберов. Но аркебуза... Что такое, блин? Одни аркебузы дают, а? Нет, я знаю, конечно, что можно вот, например, ломануть куда-нибудь. О, давайте-ка за консервами сходим. Это все-таки еда, блин. 250, этот уровень так и стоит. Он нифига не прибавляется, вот, уменьшается только. Какого лешего, блин. Все из-за древесины. Все из-за древесины, дерева нету. Соответственно, жрачку им готовить не на чем. Кстати, подождите, ребята. У нас же, по-моему, мы можем с вами производство. Тут геологи. Тогда автобой. Давай-давай, закончили. Лук на помойку пойдет. Мы можем с вами же изучить как-то новые виды этих закруток там всякой фигни. Это же я точно помню. Отжим масла. Вот. Маринование. Короче, изучаем с вами отжим масла. Набор исследователя только с вами поднимем. И будем соление делать. Так, поликультурная ферма. Потребление пищи минус 10. Вот это будет следующее у нас. Ферма алоэ. Красный дьявол. Алхимическая защита. Ну вы поняли, да, короче, что я хочу сделать. Отжим масла. Маринование. И... диетология. Может быть, как-то это у нас исправит ситуацию в плане голода. Так, здесь у нас что? Шерсть, шкура. В общем, ерунда. Главное, что нам дадут. Так, автобой закончен. И мы получаем с вами кожаная куртка. Это прошлый век уже, кожаная куртка против моих-то броней. Ну давай, что тут? Блин, дофига всяких хмырей, но они легкотня, поэтому даже не переживаю. Так, алкоголя нашли маленько. Это хорошо. Нет, ну конечно, можно ломануться сюда вниз, посмотреть. Разведка, блин, вблизи. Понятно. Бежим. Подарок он мне отправил, блин, загробный клуб. 300 этих, спасибо вам большое. Очень они мне помогут, блин, этот лом. Очень-очень хреново с едой. Блин, блин, блинский. Так, стычка. Ну давай, стычка так стычка. Ну что, вы не можете убить уже одержимого? Ё-моё, лошпены. Причем один только почему-то бомбит, у меня рос. Макс, стреляй. Ну вот. Даже смотреть не буду, чего вы мне там дадите. Все равно ерунду какую-нибудь. Ребят, на самом деле уже очень не смешно. Жрачка заканчивается просто молниеносно. У меня где здесь... Так, вот эти вот деревья я не могу. Они еще не подросли. По-моему, я встрял. Вот. Вот эти надо рубить как можно быстрее.
пускай кто-нибудь идет и рубит, и вот это вот все вырубает на корню. Да, конечно, мы попали с вами. Вот тебе и разведочка. Так, тут у нас глина еще осталась, кусочек небольшой. Задание для группы недоступно. В каком понятии? Она, наверное, не сможет туда пройти, да? Да нет, почему не сможет? Идет вполне довольна себе. Когда же вы деревья вырастите? Можно это посмотреть? Готовность 57. 4 дерева всего лишь. Да. Вся надежда вот на эти кустарники. 220 еды. Мало. Почему-то даже огороды меня здесь не спасают. Единственный вариант — это, знаете, что сделать? Я даже не смогу поставить себе огороды, потому что у меня не хватает дерева. Жесть, приплыли. Вот он называется кризис. Вроде бы все собирают, да, томаты. Ну-ка, у нас где склад? Вот, склад колонии. 336 помидоров, ребята, у меня. Смотрите, что у меня. 1337 пшеницы. То есть жрачки просто валом. Просто валом, но готовить ее не на чем, потому что нету дров. Кстати, что у нас такое? Получите 100 очков. Конечно, изучать будем, елки-палки. 100 очков оккультного исследования. 507. Мало, конечно, но все-таки. Так, Люси у меня деревом занимается. Молодец, отлично, девочка. Так держать. Жалко, здесь нельзя сделать себе, как бы сказать, вторую такую карту, где я мог заниматься чисто вот рассадой. У меня тут вон все как-то не очень культурно расставлено, но тем не менее растет. Святая броня. Здесь эфир и первичная материя нужна. Так, у меня там олухи-то мои дошли. Дошли. Ну что же, будем, наверное, с вами сейчас ждать нападения, да? Демоны меня пропалили. Так что сейчас все это дело начнется тут. Задание для группы больше недоступно. Ну, правильно, я не успел добежать, поэтому и недоступно нифига. А вот если здесь посмотреть, да, я чувствую, здесь будет очень хорошая штучка лежать. Вот, вот сюда можно сбегать, кстати. Желательно недалеко от своей базы. Вот консервы какие-то тут у нас. Давайте-ка мы здесь раздобудем, посмотрим. Бегите, бегите быстрее. Так. Автобой. Порвали мы их. Консервы 5 штук, блин. Это тоже, конечно, не спасет ситуацию, если честно. 5 штук консервов. Давай, давай, везде автобой. Нам нужно экономить время. Мало всего дают, очень, очень мало. Еда там практически на пределе у нас стоит с вами. Так, порвали. Хрен с ним. Набрали вроде маленькой еды. Теперь можно и возвращаться. А мы посмотрим, как у меня с деревом обстоят дела. Готовность 51. Ё-моё, мне нужен ритуал дождя. Но я не могу, по-моему, да, сделать его. Да, из-за того, что мне не хватает древесины. Давайте хотя бы вот этот ритуал. Пускай деревья сами по себе растут. Сосредоточение. Так, вот это вот тоже нужно изучить. Так, давай-ка желудок. Так, а вот здесь вот у нас... Вот я не понял, ребят, вот честно... Вот эту вот фигню создания металлов. Ритуал превращения.
У нас если будет вот эта вот первоначальная материя, мы сможем сделать эфир, да? Здесь можем сделать вот этот и какие-то еще... в металл. То есть заменяем. Только вот нафига в металл мне, если я сам его могу добывать? Логики маленько здесь нету. Так, хорошо. Продолжаем дальше с вами какой-то... Не знаю, элементарное, блин, развитие. Алкоголь нужен, да? Чтобы мы могли делать лекарства. Люси последние деревяшки у меня тут дорубает. Еды все меньше и меньше. 200, как видите. Хе-хей. По-моему, я такими темпами до соленьев не доживу. У меня никто не занимается наукой. Вот в чем проблема-то еще. Так, давай-ка, док, иди. Займись очками, ты тоже займись. Ну, а Стив, наверное, у меня займется. Глеб древесиной занимается. Стив тоже займется древесиной. Вот так вот мы с вами сделаем. Я уже молчу про остальное, про все, про этот, про камни, про уголь. Как-то сейчас не до этого. Мне нужно как можно быстрее дойти до соленьев. Я надеюсь только на одно, что там не нужны будут нам дрова. А то толку-то от этого. Ага, еще набор исследователя нужен. Ищем, где у нас ближайший набор находится. Желательно бы, чтобы это было безопасно. Да ё-моё, сюда опять идти, а? Как же я не хочу-то, а? Ай-яй-яй. Слушайте, а у нас же в группу, по-моему, мы можем еще кого-то себе взять, ведь так? А ну-ка, давайте-ка глянем. Лина. Меч, в принципе, неплохой меч. Так, 25. 35. Даже не знаю, кого и взять-то себе. Ну, ясно, что не вот эти вот олухов с пукалками. Сколько? Урон 20. 25, блин, придется, наверное, Стива все-таки брать. Как бы я этого не хотел. Ну, давай, Стив. Еще с этой... О! Вот, Стив у меня, оказывается, может носить. Так, а мы... Нет, это мы не будем менять. Мне бы вот эти вот ртутные доспехи наделать бы. И было бы вообще хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Стива-то я взял себе или нет? Стив. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, семь человек у нас в команде. Это же, по-моему, максимальное количество, да? Да. Ох, была не была, как говорится. Я иду со двора. Ребят, кого бы нам взять? Нам нужно где поменьше врагов, естественно. Блин, падшие ангелы. Я даже не знаю. Цербера, кстати, мы тоже с вами ни разу еще не видели. И вот этого вот Маракса я тоже не представляю, что это за чудище такое. Ну что, была не была, погнали вот сюда. Если что, перезапишемся. Опа, она у нас оккультных очков накопилось, по-моему, достаточно. Давайте-ка мы с вами глянем хорошенечко. Нужен. Нужен набор исследователя. А ритуалы — защитная аура. О, святость, святое лечение. Давайте, наверное, мы с вами до шестого чувства прокачаемся. Потом его сделаем. И будем... Блин, хорош пугать-то уже так. И будем с вами выживших находить, искать. Я же вот эти деревья могу, по-моему, в данный момент порубить, которые еще... Нет, не могу, к
сожалению, пока они не вырастут, я ничего сделать с ними не могу. Но зато вот тут вот есть немножечко уже готовых. Вот, пускай рубят как раз рядом с базой. И вот эти вот. Все под скос у нас пойдет. Во, даже здесь есть. Отлично. Вот так вот мы их выделяем. Даже тут есть. О, еще не все потеряно, ребят. Не так критично. Так, ну что, возвращаемся к моим ребятам. Быстренько побежали. Фух, как говорится, была не была. Еда, вот они там жрут, блин, как эти. Как мамонты, блин. Я не знаю, автобой может быть сделать? Давайте автобой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо, выживите, выживите. Ух, выжили. Чудом каким-то. Ух ты, довольно неплохо. Так, у нас, смотрите, эфир. И два даже набора мы нашли. Ну и масло. Отлично, нафиг давай отсюда вас сматываться как можно быстрее к себе обратно на базу. 25 дерева всего лишь у нас собирали ребята. Я вижу, что с пищей требуется помощь. Где? Вот здесь. Это если я спасу. Так, во. Сейчас должны у нас опять стычка. Но этих-то мы порвем. Все. Я просто говорю к тому, что если мы сейчас спасем выжившего, да, у нас еще на один род станет больше. Ну и, соответственно, еще больше будет проблем. Так, и мне нужны приоритеты расставить, ребят, знаете, на что? На производство. У нас же все-таки жрачка изготавливается именно по производству. Так, подожди, какое, блин, строительство? Производство. Угу. Блин, док у меня очки учит, не хочу с панталыги его сбивать. Так, ну что, где-нибудь еще есть такое у нас? Производство 50%. Надо будет раскачивать производство. Очень мало ребят, которые занимаются этим делом. Причем довольно хорошо. Всего лишь два. Так, вот, 100%. Ладно, сделаем вот так вот. Пускай он изготавливает еду. И вот так. У нас, по крайней мере, в данный момент пшеницы хватает. И не к спеху нам ее собирать. Ну, пошло, нет? Кто-нибудь пошел делать? Нифига, по-моему, не пошел. А, не, во, пошла. Пошла еда, ребят. Фух. Блин, мне бы хотя бы до 1000, полторы-двух дотянуть. А там уже, я думаю, что и соленья подоспеют. Ну что-то мои ребята идут, нет? А, мы идем спасать. Прежде чем спасать, давай взглянем. Нет. Не будем мы спасать, потому что у нас очень мало здоровья. Так, ну что вы там, торгаши, опять мне? Каменный страж. Здоровье 200, нифига себе. Ого. 280. 6400. 1000 единиц опыта дает, а? Блин. Вот жалко, здесь нельзя делать рейды. Я бы так бы с удовольствием бы, блин, тут бы кого-нибудь грабанул бы и, естественно, себе что-нибудь приобрел бы хорошего. Ну давай ты добегай уже, еле идешь, как в штаны наложил. Так, левел кто-то получил. Святое оружие. Это у меня Стив. Вот, потребление пищи 30%. Все пока идет хорошо. Так, ну что, мы с вами хотели сделать исследование, да? И это у нас... Погоди-ка, погоди-ка. Оккультизм. Да, именно он. Потом алоэ вера идет. Здоровье 5%. Я так понимаю, это автоматически идет. Это не надо ничего нам тут изобретать. Приоритеты.
О, пошла еда, ребята, пошла еда. Это хорошо. Дерева, наверное, до сих пор еще у нас нету, поэтому я дождик заказать себе не смогу, к сожалению. Хотя, можем, в принципе... Нет, не пойдем, ребят, не пойдем. Очень хреново у них со здоровьем. Опять у меня тут все заросло, блин. Никто грядки не окучивает, не собирает. Замкнутый круг. Если нам нужны, например, работяги, да, то придется снимать с одного, переставлять приоритеты на другое. Ну из-за этого, естественно, мы и страдаем. Так, научных очков тоже маловато. Сколько нам нужно до этих соленьев, блин? Отжим. Ах ты, ядрена вошь. Еще нужен набор исследований. Зачем я сделал? Не то немножко изучил. Да понятно, теперь придется ждать атаки. Потом искать опять эту фигню. Будь оно неладно, а. Анна, ты у меня сажаешь, да? Сажает деревья потихонечку, не спеша. Только она, по-моему, у меня этим и занимается. Да? Анна, так оно и есть. И что у тебя за приоритеты? Ну-ка, давай-ка глянем. Что-то я не пойму, а где у меня Анна-то? Эй! Анна. Строительство, что ли? За счет этого она у нас... Ну да, в принципе, строительство. Так, давай-ка мы сделаем с тобой... А мы ничего не сделаем, вот так вот только если. Так. И, пожалуй... Пожалуй, все, блин. Да и двоих хватит, достаточно и этого. Ждем нападения врагов, ребята. Давайте немножко ускоримся. Ну, где там они? Что-то не идут гады, а? Вот они. Режим обороны, естественно. Все, атака неизбежна, сейчас начнут. А кто у меня воду добывает? Вода сама по себе прибавляется, представляете? А нет, все, закончилось. Так, вот этих вот ребят нам придется вот сюда поставить, потому что они все у меня не по месту. Да, я понял, что... Атака неизбежна. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее! Эти гады уже рядом. Падшие ангелы там идут. Это плохо. Дебора, давай сюда перебегай. Спрячемся вот так вот. Макса подхиливаем. Здесь-то у нас что? Легион идет, блин. Давайте подсобим маленько. Давай, 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 давай. Живи, живи, парень. Есть. Ну, этого-то козла будете валить? Ой, Том, Том, тихо, 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 Том. Справились? Ага, справились. Люси, давай сматывайся. Тут вот, вот я о чем говорю. Почему мы его не можем убить? Неужели такие они слепые, не видят его? Так, тут уровень включил. Так, а тут еще один. Так, Бона, сматываемся. Охренеть, они мощные, ребята, эти. Падшие ангелы, блин. Давай, бомби, Глеб.
Нет, мы вот так вот выберем. Так, Глебушка, давай лечись. Ну, заколбасьте вы уже этого гада. Фух. Чудом выжили. Все, идите работайте. А что это он у меня какой-то в ауре, смотрите. Что это на тебе висит, парень? А, глаз, наверное, Хоруса. Вот, лучше руби деревья. Ну, а нам, блин, а нам фигово, ребята. Я хотел подхилиться. Стрельба. Я хотел подхилиться, чтобы пойти и добывать этот. А мы еще хуже себе сделали. У нас вообще здоровье у всех покоцанное, блин. Где оно? Ой, не то. Вот оно. Может быть, где-то здесь неподалече есть? По-моему, нету ни шиша. Все вот в этом вот клочке. Кислота. Для чего она, интересно, нам нужна будет потом? Вот, можно сюда попробовать рвануть. Давайте побежим сюда. Их тут вроде бы маракс. Не знаю, в общей сложности здесь 6 врагов. Нас в отряде 7. Если получится одолеть, это будет очень хорошо. Причем у нас 5% к здоровью, вы не забывайте, мы изучили с вами. Фух, сейчас была не была. Ну, хоть с едой выровнялись, и то, слава богу. Ну, автобой, ребята, наверное, да? Ух, не знаю. Поехали, автобой. Оу! Чё? Не, ребята. Такой расклад меня не устраивает. Вы представляете, мы ни одного маракса с вами не убили. Это что ж там за демоны такие? Отменяем, конечно же. Давайте тогда посмотрим, где маракса этого нету в отряде. И попробуем разбомбить. Так, подожди, мне вот это не нужно. Вот это вот. Без маракса. Вот здесь. Нет, здесь они есть. Вот тут нету. Да? А есть послабже? Вот даже сюда, наверное, будет выгоднее. Ну-ка, проверим. Проверочка, как говорится, проверка боем. Автобой. Так, выживите, ребята. Я не понимаю, почему такая фигня происходит. Давай загружаться. У нас 90 дней уже мы прожили. 3 месяца, ребята, у меня живут в лесу. Без еды, без всего, блин. Ой, без еды, что я несу-то. Без цивилизации. Они сами здесь устроят, кому хочет цивилизацию. Так, поиск. Не успокоюсь нафиг, пока не найду что-нибудь для себя подходящее. Так. Я еще и Цербера не видел. Мараксы, хераксы. Вот. Вот здесь попробуем, ребят. Была не была. Картонахи эти, это все фигня. Должны с ними разобраться. Автобой. Ну-ну-ну-ну, отлично, умницы. Фух, шикарно. То, что нужно. Как раз то, что доктор прописал. Возвращаемся домой. У нас сколько древесины? 25, все-таки висит. На 25 не подрастает почему-то больше. Но в любом случае жрачка прибавляется. А вот почему-то научные очки у нас... Да иди ты со своей помощью, блин. Мне сейчас самому хреново, блин. Самому помощь нужна. Так, а это-то у нас что такое? А, запрос о помощи. Давай с этими толухами мы разберемся. Я вот интересно думаю,
Блин, теперь еще кого-то преследует, а? Стычка. Ну что, блин, одно за другим, что ли, понеслось? Ладно, здесь разобрались. Да иди ты в баню. А здесь же у нас, по-моему, не автобус. Здесь нам придется самим драться. Блин, пипец. Да, самим. Но если тут жнецы вот эти все будут, то это ерунда. Порвем их тут нафиг в клочья. Так, минус. Минус. Дальше гончая. Там кто? Оборотень. О, да тут вся эта мелочь начальная бежит. Суккубы. В общем, ничего страшного здесь нет. Но это не все еще. Где-то еще затаились гады. Вон они, внизу в самом. И там, по-моему, гончая одна убегает от нас. Сейчас мы ее поймаем. Ну иди сюда, псина. Вот так вот, отлично. Что там нашли? Ничего хорошего. Улучшились, блин, отношения. Так, а мне бы теперь... Ну, здесь вряд ли. Хотя... Да ладно, была не была, ребят. Я рискую. Но выживший все-таки нужен мне. Сами прекрасно понимаете, для чего. Рук не хватает вечно. Ой, давайте тихонечко как-то будем с вами продвигаться. Во-первых, нам нужно его как можно быстрее найти, чтобы определиться уже с местом. Походу дела, он не с этой стороны, да? Ладно, давай сюда. Тихо, что там? Блин, легион этот. Ага, легион, ребята. Тут не только легион, тут еще и демоны. То есть падшие ангелы. Так, Глеб, сваливай нафиг. Тут ты, блин. Загружаемся нафиг. Вот тебе и... Вот тебе и спасли выжившего. Да что такое-то, уже сразу, что ли? Я не понимаю, я же слышу, что кто-то где-то стреляет, а где? Где вот он, гад этот? Легион вижу. Вон он, нифига у него, ребята, стрельба. Вы представляете, откуда он шпарит? С какого расстояния? Просто бомбит. Жалко, здесь нельзя еще, знаете, еще расстановку своего отряда сделать. Ну, как бы они у меня бежали. Но если сейчас еще раз будут падшие ангелы на нас нападать, я, ребят, не буду этого чувачка спасать. Ага, вот клетка. Так, я думаю, что этим делом у меня займется, наверное, Георгий. Так, выставляем ребят. Блин, Глеб, а почему у тебя ничего нету? Ты вот не скажи. Так, мы здесь. Хотя здесь они навряд ли пойдут. Давайте вот так вот сделаем. Мы сюда и Макса вот сюда. Ну, а Георгий будет у нас добывать. Так, кто у меня? Опять, что ли, стреляет уже здесь? Стив, я ж тебе сказал, давай. Так что ты делаешь-то? Какой подхил? Так, Рос, отойди. Не могут добить, да это жесть какая-то, блин. А он все по Максу бомбит, а, гад. Ну, где вы, где? Я знаю, что сейчас еще... Вот, вот они, вот они. Так, ну здесь, в принципе, ерунда. Здесь демоны. Три штуки.
И Легион опять прет, да чтоб его, а. Хотя мы, знаете, что можем сделать? Вот так вот. Пускай на нем проклятие висит. Вот. Спасли, нет? Черт, еще заваруха. Кто там у нас прет? Картанах, ага, его снесли. Ну тут еще один, блин. Готов. Давай демона теперь и одержимого. Есть, спасли. Текаем отсюда к чертовой бабушке на куличке. Кто это у нас? Келли, да? Смотрю, какой-то ковбой. Ну, выглядит как ковбойка прям. В шляпе, все дела. Возможно, ребята, удача сегодня на нашей стороне. Ангел, блин, падший. Стив, сматывайся. Глеб тоже. Понятно. Вот тебе и... Ах, нет, ребят, это все ересь полнейшая. Давайте отсюда убегать. Не буду я его спасать. Возвращаемся на базу. Жаль, конечно, что не получилось, но... Рано мне еще, рано. И тем более они у меня все покоцанные. А должны быть здоровенькими. Только тогда я смог бы их всех одолеть там. Ох ты, дерево-то подросло, ребята. Давай, 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 давай на добычу. И здесь тоже подросло. Тоже на добычу. Все. Ну что ж, давайте сделаем, наверное, небольшой перерывчик. Увидимся чуточку попозже, ребята. Ну что, ребята, давайте тогда продолжать уже. 91-й день. Мы с вами живем. Так, значит, выжившего мы с вами не спасли. Сбежали. Деревья у нас будут на вырубку стоять. Кстати, да. Нам нужно с вами установить оружие. У нас же очень много чего у нас собрано. Вот это вот нафиг. Поставим аркебузу. Так, посмотрим. Урон 16, а тут 29. Но зато скорость движения минус 10%. А тут минус 70. Конечно, надо ставить это. Ну и пускай с биноклем бегает. Так, здесь у нас 22. Тоже не годится. Вот так вот все нафиг поменяем. Поставим самые последние виды оружия, которые у нас есть. Так, Андрей, ты с этим луком олимпийским. Кстати, можно еще немножечко, мне кажется, побегать, пособирать. Но мы, наверное, чуть-чуть попозже этим займемся. Мне все-таки нужно как-то изучать вот эту вот фигню. А, у меня все. Вот же масло. А где я успел взять набор исследователей? Что-то не понял. Хорошо. Давайте дождемся тогда научных очков. Изучим отжим масла, потом маринование. Ракетница. Ну, а потом будем уже с вами как-то вот данные исследования к этому стремиться. Так, давайте маленько, наверное, ускоримся. Чтобы у нас побыстрее очки набрались. Так, а мы ничего больше с вами новенького такого построить не можем. Вот сад. Выращиваем. А, ну это травы мы с вами растим, понятно. Я думал, что-то новенькое. Нет, это все старенькое у нас. С ломом-то, наверное, пора вообще завязывать как-то. Блин, столько нафигачил я, зачем? Не, ну если бы у меня 9000 лома было бы, да, ребят, мы бы у любого торгаша могли бы купить все, что нам захотелось бы. О, еще сумки две врачевания мы сделаем. О, как они лес хорошо рубят. Пускай, лишним не будет. Кстати, надо еще и ритуал сделать вот этот вот. Да почему, я не могу понять.
У нас дерево просто не успевает накопиться. Все идет на еду. Но еду я тоже не буду прекращать делать, потому что фиг с ним, лес сам по себе вырастет. А еды нам никто не принесет на блюдечке. Вот здесь деревья подросли, тоже их на вырубку. Ну что там по очкам, давайте быстренько еще сделаем прокруточку. Так, ну 1000 очков мы заработали, а там 1180 надо. О, кто-то уровень получил. Давайте глянем, что у нас тут. Винтовки. Кстати, винтовки нужно тоже изучать. Наверняка там снайперская винтовка пойдет именно в этот раздел. Что здесь мы можем с вами сделать? Ага, вот это тоже надо изучить. Здесь вот это вот, чтобы ели поменьше пока. Отгоняет. Блин, может сделать все-таки одну, а? Давай, пускай делается. Этот ритуал у нас. Чтобы на нашу базу не нападали эти олухи в ненужный для нас момент. Глина. 22 штуки всего глины там. Осмотрено патрулем. Предупреждает о приближении врагов при работе колонистов на смотровой площадке. Уменьшает заметность баз. Осмотрено патрулем. Это, наверное, знаете, что нужно сделать, ребят? Для этих дел нужен нам разведчик, скорее всего, да? Да, патруль постов. И мы сделаем, наверное, Дебору. Пускай она у нас ходит и просматривает. Зачем же я тогда их сделал? Пускай ходит, бродит. Смотри-ка. Высматривает там что-то. Молодец. Ну-ка, что будет, если она, например, закончит это дело? Ага, просто пошла к другому посту. Ладно. Ну что, осталось совсем чуть-чуть нам до науки. Давайте сейчас мы это дело как-то ускорим. Как же долго, а? Она еще там... Там у меня, походу, дела один человек всего занимается этим делом, да? Наукой-то. Производство. Этот, пускай производством занимается. Хотя мы вот так вот сделаем с вами. Ну-ка, ускорим. Смотрите, только одного убрал, и все, и с едой сразу... А, нет, пошла. Все, очки. Нет, не все, нифига. Надо 1180. Да, ребята, только я снял одного человечка, еда начинает по чуть-чуть падать. Ну, вот сейчас пойдет расти. Все, выучили. Точнее, накопили на отжим масла. Вот так вот. И теперь копим на маринование. Слушайте, единственное, я думаю, где мы с вами будем брать огурцы. Соленья эти. Наверное, вот с этой вот фермы. Посмотрим. Посмотрим обязательно. Так, аптечка. Могу одну сделать такую. Хотя зачем она нужна? Эфир. Нам не хватает одного эфира, чтобы мы могли сделать с вами ртутные доспехи. А вот здесь композит. Скорость движения минус 20%. Темная броня, навык. Ну, у меня кто-то стопудово должен носить ее. Здесь, как всегда, компоненты оружия не хватает. Ага, вот, значит. Ха-ха. Вот она, куда медь нужна. Ну-ка. Давай-ка вот так вот мы сделаем. Закажем. Фиг с ним, всю медь сольем. Пускай делают. Зато стволов с вами наклепаем, и все будет хорошо. Вот Дебора ходит себе. Мутная компашка опять появилась у нас. Ну что вы на этот раз предлагаете? Так, вот это вот надо взять.
Лечение 100%. Использование 2 раза используется, и все. После этого она исчезает. Смотрите, у них есть диск этот, который нам нужен. Вот так вот. Короче, аптечки у нас, ребят, со временем исчезают. У них есть определенное количество использований. И после этого все. Они исчезают у нас из инвентаря и, естественно, у людей. Так, соленье. Тропическое земледелие. Так, что, опять ускоряться нам придется? Ну, смотрите-ка, у нас очки научные довольно быстро идут в плюс. А вот оккультные почему-то нет. Потому что, наверное, никто ими и не занимается. Все время в эти приоритеты нужно заползать. Да, смотрите, исследование 50%. А у нас есть кто-нибудь, кто может... Больше. Нету. Вот, 90. Но я не хочу Росса убирать с этого дела. Пускай он там у нас находится. Давайте тогда вот так вот сделаем. И что? Кому-то опять нужна помощь. Хорошо. Где это дело находится? Здесь недалеко. Они у меня здоровые? Ну, по крайней мере, более-менее. Защита 100, защита 120. Давайте, ребят, попробуем все-таки спасти хотя бы на этот раз выжившего. Люди нужны, как ни крути. Ох, была не была. Сколько раз мы будем переигрывать? Раз 20? Пока я его тут смогу спасти. Все зависит от того, кто здесь у нас, ребят. Так, ну, пока я вижу призраки, картонахи эти. Глеб, уйди оттуда. Надо его подлечить обязательно. Ладно, с первой, ребята, бригадой мы справились. Давайте искать... Все-таки выжившего. Где он тут у нас прячется, где находится? Так, здесь его нет, значит, вот тут где-то. Куда они его спрятали, а? Вот, нашел. Ёлки-палки, ну и местечко вы, конечно, выбрали. Так, кого мы сюда отправим? Даже пока и не знаю, если честно. Ну, давай вот так вот сделаем. Слушайте, мне... Надеюсь, что вот отсюда не пойдут они, блин. Сверху-то. Ну, что за затишье? Мне не нравится, когда такая тишина. Где вы? С какой стороны хотя бы попрете? Ё-моё, ну я так и думал, что сверху, а? Бегают, бегают. Ну, одержимого-то грохните. Отлично, один есть, давай второго. Все пока хорошо. Бегут. И это у нас легион. Так, ну-ка, проклятие на него повесим. Подхилимся. Отойдем от этого дела. Ну что опять? Ну где эти гады? Только бы не сверху. У меня там один только Глеб стоит на прикрытии. Его там разорвут. Ну где вы, ё-моё, не томите. Так, ну тут у нас идет демон, призрак, суккуб, одержимый. Короче, вся эта тварина. А ну-ка, защиту. Сматывайся, блин. Так, подхилим. Так, все, спасли? Спасли. Теперь по сматкам.
Да идите вы в кучу-то все. Слушайте, музыка, по-моему, боевая, да? Мэй, блин, она у меня покоцанная все. Тихо-тихо-тихо, суккуб. Мэй, отвали оттуда. Фух, так, побежали. Нет, нифига. Оу, два легиона. Ну, от этих-то олухов мы должны убежать с вами. Давай-давай-давай, где у нас тут выход-то? Вот он. Ух. Отлично. На этот раз удача нам улыбнулась. И мы спасли. Фух, отлично. Возвращаемся на свою базу. И это у нас кто такой? Кто это у нас? Так, здесь пока он не показывается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Рональд. Рональд, Дональд. Так, что ты у нас можешь? Воу. Скорость атаки 7,5. Опа, очки, дробовик 46, а тут... Смотри-ка, он может дробовик носить. Нифига себе, паренек. Молодчага. Ты меня радуешь. Сюда мы поставим вот так вот Глебу. Так, кто-то уровень у меня получается. Лина. Линочка. Стойкость. Ну давай стойкость изучим. Че, очками-то никто не занимается у нас? Наукой. Давайте науку мне, срочно. Смотрите, как шустро. Кто тут у нас? Анна сажает деревья. Оп-оп-оп. Маринование. Самое сейчас будет смешное, если мы изучим, да, вот эту вот фигню. А для нее скажут, нам нужно то-то, 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 чего у меня, как всегда, нету. И опять буду сидеть тут локти кусать. Как же так? Выучил. Так, а здесь, смотрите, медь нужно 20 и компоненты. Причем урон 28. Это у нас пушка Гаусса. Редкое механическое оружие. Так, медь 20 и компоненты. Кстати, можно побегать. И я думаю, что мы где-нибудь с вами это можем надыбать. Давайте-ка вот так вот сделаем. Медь, значит медь, хорошо. Здесь у нас что? Консервы. Ну, предположим, здесь у нас будут консервы, а здесь... О, лекарства. Лекарства — это хорошо, это нам пригодится. Все здоровые, ну так, более-менее, относительно. Давайте по-быстренькому с вами здесь прошуршим. Блин, что-то мне кофе захотелось попить. Голова просто... Не знаю даже, что и думать, что и делать. Так, атакуем. Блин, Георгий, хорош мне так пугать. Опачки, пиромат. Аура, легкость. Скорость движения плюс 10%. Скорость движения. Ну зачем тебе скорость движения? Ты у меня что там, рекордсмен, что ли, по бегу, блин? Хотя, знаете, я так думаю, если... Это относится даже просто, когда мы не в бою, то можно Деборе отдать, чтобы она быстрее проходила эти блокпосты. Так, порвали. Куртки, блин, эти куртки нафиг уже солить можно. Оу, здесь у нас лом и доски. Обязательно нужно вот здесь вот проверить. Давайте-ка пробежимся. Автобой. Я, ребят, хотел сказать, что если кому-то кажется, что это слишком долго и затянуто, вы можете просто-напросто... Ох ты! Ё-моё! Механическое оружие, скорость атаки плюс 15%. Вот это я вещь нашел. Вот это круть. Если кому-то кажется, что это все долго, вы можете просто, ребята, перематывать этот видосик и, например, находить для себя что-то там нужное, например. Ну, а если что, пишите в комментариях. Может быть, вырезать тут половину придется.
Ну-ну-ну, отлично. Так, опять мы стерлинг с вами нашли. Но меня радует броня, которую мы с вами умудрились надыбать, причем довольно неплохая. Так, я думаю, что вот этих вот, наверное, паразитов мы тоже успеем с вами и сможем забомбить. Ну-ка. Автобой. Блин, я за Георгия боюсь, блин. Очень сильно, потому что он бита, блин. Ну ладно, пускай будет бита. Так, ну вот с этими-то уж точно мы справимся. Жалко, здесь нельзя их отправлять в рейд. Ну, с самих автоматом. Надо постоянно за ними смотреть. Опачки, еще. Все, ребята, пора на базу. Одеваться, как говорится, и выходить уже. Так, запрос о помощи. Запрос о помощи, это они просят, чтобы я их, наверное, подстраховал. Я бы как бы и хотел бы, но просто у меня, ребята, сами видели, броники, я не хочу потом загрузки начинать, и неизвестно, дадут ли нам ее или нет. Так, я сейчас прибегу, приоденусь. Причем все время, как здесь ты становишься круче, тем круче становятся здесь монстры. Я это уже заметил. Ты оружие только найдешь себе хорошее, да? Они еще круче. Так, кто у меня в команде? Я знаю, что, по-моему, у меня Рос. Ага, он эту броню даже носить не может. Жалко, вот я не могу тыкнуть на броню и посмотреть, кто ее может носить. Да ладно, вы прикалываетесь, что ли? Не может такого быть, чтобы никто у меня не мог ее носить. Стопудово кто-нибудь да должен. Так, механическое оружие, скорость. Так, навык, редкая механическая броня. Да я изучал ее, блин, я точно помню. У кого-то есть навыки. Понятно, бегут на мою базу демоны. Редкая механическая... А, редкая механическая броня. А у меня, по-моему, редкое оружие, ребят. Черт бы побрал все это дело, а. Жесть какая-то. Редкая механическая броня. Даже, да, даже эти меня не могут носить. Так, легкость. Да пускай носит. Фиг с ним. Здоровье 40. Уклонение, скорость атаки и скорость движения минус 50%. Вот как раз ей легкость пригодится. Будет пошустрее двигаться. Слушай, я не понимаю. Вот Дебора стоит, да, обсматривает. А толку-то какой от этого? Как у нас все это было? Запрос о помощи. Блин, очки почему-то вообще не прибавляются. Пошло, пошло дело. Нам нужно 1000 там с лишним, да? Кстати, выделяем всех. Я же совсем забыл, что у меня новенький тут есть в команде. Его нужно обязательно... в этот режим обороны активировать. Вот сюда всех. Отлично. Даже новичок. Это у нас кто? Рональд, по-моему, да. Вот он новенький. Все, пока можно отменить это дело. Да займитесь вы уже своими делами. Я уже отменил нафиг. Все, идут, тусуются. Почему-то кроме Рональда. Ему вообще по барабану. Как это так, а? Что за дела, я не понял. Рональд. Режим обороны. Вот он побежал, наконец-то. Давайте встаем все здесь. Оп. Да-да-да. Вооружившись. Идут. Так, сразу же половину отсюда убираем.
Кто там, что там? Призраки, одержимые. Ну, в общем, фигня полнейшая идет. Должны их разобрать. Так, кто-то уровень получил, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, Рональд. Рональд, Дональд. Давай ты хилься. Фух. Сматывайся нафиг. Да ты будешь убегать или нет? Фух, повезло. Отлично. Отбились. Все, пускай занимается своими делами. Так, у Рональда, кстати, мы не поставили, по-моему, приоритеты никаких, так? Сейчас глянем, что он у нас умеет лучше всего делать. Так, Рональд. У него разведка 50%. Хрен с ним, пускай у него пока вот так вот все будет. Левел ап. Броня. Где-нибудь здесь есть у нас по броне что-нибудь, а? Вот я вижу вот автоматическое оружие, да? С броней ничего абсолютно нету. Ближний бой. Так, это редкое оккультное оружие. Огнестрельное оружие. Вот, редкая механическая броня. Вот это надо изучать. Редкая механическая броня. Ну, долго там еще нам копошиться-то до маринования, блин. Ускоримся маленько. Ай, оккультные очки так медленно идут. Опять требуется помощь. Ну что же, фух, была не была, ребята. Побежали. Ой-ой-ой-ой, какой же ты у меня, Георгий, больной, а? Причем это самый крутой чувак. У него дробовик такой. Будь здоров. Смотрите, как у меня тут приоритеты. Легкость, точность. У меня больше этих плюсиков, чем минусов. И это меня радует. Но где эти демоны? Куда вы спрятали, блин, выжившего, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо ты! Два легиона прут. Так, еще кто-то там строчит. Призраки. Призраки, это плохо. Георгий, Георгий, Георгий! Нет, такими темпами, чувствую, хреновенько у нас получится все. Раз здесь у нас и легионы, и это... Ай-яй-яй. Давай немножечко подхилимся. Куда же вы его спрятали-то? Наверх, что ли, там? Вот он. Хорошо, будем тогда вот здесь вот стоять. Макс, давай вот здесь вот оборону займешь. Стив. Стив у меня в святой броне, блин. Ну что, Георгий, давай, копошись, блин. Освобождай, как говорится, выжившего. Ну, где эти упыри? Защита 25%. Сейчас сразу же брошу, если тут будет легион идти или еще кто-нибудь. Но пока ничего такого не вижу. Идут на нас обычные демоны. С ними разобрались. Юля, ты стой там, прикрывай. Так, погоди, блин. Демон опять, что ли, здесь? Точно, то есть ангел, блин. Да чё ты привязался так ко мне, блин, а? Стив, иди разберись. Ёб твою медь, он достал уже, а? Так, накумарили. Кого он там строчит, я не могу понять. В Глеба, что ли? А ну-ка, Мэй. Расстреляй его там. У тебя, по-моему,
Да, священный пистолет. Черт, Глеб все равно отгребает. Кто там ползет, блин, суккуб? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все как-то по-дурацки. Ага, отлично. Этот, бля, два легиона прут. Да убей ты этого. Сейчас, по-моему, шибанут. Ты можешь на себя употребить, ёпарасоте, а? Рос, отвали. Макс, тоже свинти. Давай, Джимми. Ача-ача, блин. Да куда тебе? Да нет, по-моему, тут, ребят, бесполезняк. Они... Ах, чем тут можно вообще говорить, а? Ватный, как сопли, блин, я не знаю. Не хватает брони нормальной, ну и оружия тоже, блин. Давай, расстреливай этих. Называется психанул, блин. Ну и где? Где выживший? Как всегда, куда-то заныкали, блин, непонятно, где он. Вот он стоит. Одинокий наш, блин, парень. Или девушка, кто там, я не знаю, будет. Так, хорошо. Мэй, ты у меня крепка, как скала. Глеб, Рос. Так, Георгий пригодится. Юля, Юля, Юля. Подкрепись. Ну и, наверное... Так, этот у нас в святой броне. Давай, спасаем. Так, Стив, у тебя нормуль. Давай. Вот так вот. Ну, где? Покажись, блин, гад. Ну, все равно здесь и легионы будут, и эти падшие ангелы, как ни крути. Хоть тысячу раз переигрывай. Все равно один и тот же состав будет. Ну, и о чем я вам и говорил. Этот где-то тут стреляет. Только где, я не могу понять, откуда он строчит-то? Еб твои... Он один никак не может идти, а? Он обязательно, вон, с легионом. Хорошо, мы подкрепимся. Давай проклятие на него повесим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, расстреливайте. Отлично, хорошо получилось. Чего ты не вешаешь проклятие, как ты просил? О! Твою-то дивизию. Ну что ты, блин, ну не может он никак. Вот ты тут что делает? Этот падший ангел, я не понимаю, у него там супер-турбо-уворот, блин. Картонах этот прет еще. Даже два. Ага. Пять легионище вонючее лезет. Да сколько же этих уродов здесь, а? Отойди, Рос. Рос, не дорос, все. Только давайте нормально, ребята, выйдем отсюда без приключений. Конечно, без приключений, блин. Ожидаем, ожидаем, ребята, атаку. С какой стороны пойдут? Понял. Картонах, блин. Сматывайся, сматывайся, сматывайся. Глеб тут один у меня бедный. Ну. Убили, убили, молодцы. Продолжаем, продолжаем отсюда. Вот уже выход.
Давай на ускорение нафиг. Оху, ребята. Чего стоит, блин, чтобы спасти еще одного выжившего? Сколько, блин, приходится этих усилий, а? Прям весь на нерваке. У меня ж горло пересохло. Так, ну что, заходим. Домой. К себе. Так. Эти все у меня заканчивают посадки. Отлично, молодцы, ребята. Работают, браво. Еще немножко осталось. Мы с вами очки. Кстати, насчет медицины. Я хотел кое-что глянуть. Я же скорость уменьшил. Что у нас по этим? Угу. Ну, кто-то себе полностью сможет восстановить здоровье, а кто-то нифига. И это будет Георгий. Давайте дальше. А, я еще хотел посмотреть, кстати, по этим. По очкам. По оккультным, потому что они нам нужны. Друиды. Броня. 666. Алоэ вера. А ритуалы у нас защитная аура. Святость. Шестое чувство. Да, все это мы хотели. Ладно, делаем приоритет. У нас, кстати, выживший-то где? Стэн. Посади дерево. Куда ты он пошел у нас деревья, блин, сразу же сажать? Давай-ка мы с тобой лучше займемся чем-нибудь другим. Так, 22. Фиг с ним, пускай с луком бегает. Приоритеты, что у тебя? О, довольно неплохой такой выживший, ребят. Оккультное исследование, пускай занимается. Вот сразу ему так сделаем. И вот так вот. Рос. Вот так вот, пожалуй. Так, Дебора. Я думаю, что никакого толку нету в твоем хождении там. Так, ритуалы. Ритуалы у нас пока молчат. Кстати, вот почему у нас опять никто не занимается геологией? Географией, хотел сказать. Вот он, танец дождя. Наконец-то у нас дерево появилось, блин, для этого ритуала. Так, ну это мы не будем пока делать, это нам не нужно. Видеть дальше, видеть дальше. 600 по времени. Жалко, знаете что, вот я, например, изучаю это, и оно сразу активируется. Не чтобы я мог изучить и активировать тогда, когда мне это нужно, а не когда вот они только изучат. Может, редкая механическая броня. Бона. Запомнили, да, ребята? Бона. Так что, бонушка, ты у меня можешь носить броню. Где ты? Где ты у меня, бонушка? Вот она. Так, сколько тут? 140, а тут 130. Защита 7, тут защита 3. Зато скорость атаки 15%. Хрен с ним. А тебе мы поставим... Ты сможешь мне носить эту броню? Нет. Сейчас будет, по-моему, проблема найти того, кто у меня сможет носить демонитовые доспехи. Скорость движения плюс 10%. Тут. Слушайте, ну, цена у них одинаковая. Редкий, редкий. Обе они редкие. Здоровье 140, тут 130. Но в защите вот эти вот лучше. Зато здесь скорость атаки плюс 15%. Нет, Бона, придется, наверное, мне все-таки тебе одеть твою вот эту вот броню. Да, возможно, неправильно я делаю. Но у нас есть люди, которые могут выучить броньку эту механическую, мы сможем ее носить. А вот с демонической это фигово. Слишком много там запар. Так, ритуал тут подходит к завершению. Давайте ускоримся, нам нужны. Вот и дождик пошел. Сейчас у нас грядки наши зацветут.
Вау, сколько леса. Давай-ка задачи сделаем. Вот так вот, на вырубку. Все, что мы посадили. Ну что там по очкам? 1180 надо, да? Так, давай-ка вот это изучим. И вот это. И вот это вот. Чтобы лес у нас рос сам по себе. Да, я понял, что враги приближаются. Стопы, ребята. Опять же, чуть было не забыл. У нас опять с вами новые выжившие, так что... Вот сюда вот. Вот так вот. Все идут, все. Как мне отменить-то? Хорош уже идти, ё-моё. Давай вот так вот распустим их. И нет, все равно, они якобы должны посмотреть это место, да, якобы убедиться, что все нормуль, что мы должны будем идти сюда, а не куда-нибудь там. Что-то хочется такого сделать себе. Пистолет, может быть, или УЗИ. Нет, вообще я хочу вот это вот. Но нам нужны компоненты оружия. Компоненты оружия делаются, делаются. Но что-то их не особо кто-то жалует делать. Это нужно производство. Кстати, я уже понял, кому мы сейчас с вами сделаем производство. У нас из новеньких кто? Где они? Они уже все перепутались у нас с основной нашей массой. Вот тебе мы сейчас как раз... производство-то и влепим. Строительство. Стив, какое, блин, строительство? Давай он, занимайся производством. Вроде бы так. Компонентов нам наделают, и мы уже релисотрон с вами замутим. Сколько? 26. Смотрите, урон 15%, точность 15%, а здесь точный выстрел, дальность 15%, урон 30%. Способность точный выстрел, редкое механическое оружие. Что-то изучал, вроде бы казалось так все много, а теперь кажется, что очень даже мало. Так, еда пошла в плюс, потому что они сейчас у нас будут меньше поглощать ее. Быстро все кончается как-то. Длительность 943, я не пойму чего, секунд или чего. Кто-нибудь делает компоненты? Рональд, ты что делаешь там? Салат готовит. Док, а, Стэн. Стэн, подожди, а док? Исследование. Стэн, оккультное исследование. Короче, они все на этом. А кто-нибудь будет у меня делать? Куда идет? Во, компоненты, Рональд. Давай, делай компоненты. Ядрить тебя на корень. Как ты будешь вечность, по-моему, их делать у меня? Ну, ничего не сделаешь. Так, ребята, все, очки, по-моему, у нас с вами накопились. Основные. Так, уход за ранеными. Маринование, соление, и диетология будет следующая. Кто-то уровень получил. Собирательство. Так, самоотверженность. Любитель может экипировать редкая броня. Сытость плюс 30%, выносливость. Редкая броня, блин. Пускай будет броня редкая, ребят. Эх, оккультные очки. Теперь ждем. По-моему, мы замучимся ждать. Хотя, если вот это вот святость.
Святое лечение. Слушайте, я так думаю, что если мы это изучим, я, например, сделаю ритуал, и у меня будут людишки подхиливаться. Почему? Мне так кажется. Ну-ка, давайте проверим это сейчас. По-быстренькому накопим. По-быстренькому что-то не получается, как всегда. Так, отклонись, согласиться. Чё? Фига не, да? Научных очков им нужно 30. 300 даже. Нет, ребятушки. Вы уж извините, но это уже, по-моему, борзость пошла какая-то от них. За то, что они мне там 300 лома подгоняют постоянно. Нет, так дело не пойдет. Сейчас накопим очков себе. Так, здесь... Давай еще дождик сделаем. А здесь мы вот это вот. Хорошо, отлично. Видите, дальше. Я могу себе вот это позволять. Сосредоточение делать. Причем постоянно, чтобы оно было. Вау, сколько леса-то. Торговцы к нам прибыли из-за бугра. Так, давай вырубаем вот это вот все. Ну, что там у них? Давай глянем. Так, проща Серафима. Угу. Цена-то сколько? 3200, спасибо большое. Титан. Сандаловый браслет. Этот браслет может вылечить в битве любого человека. Ага. Смотрите, паста. Хм, можно будет потом делать. Да ничего у них, короче, нету, как обычно. 1200. Ну, а если я, например, продам и куплю себе... А что мы можем взять? Что нам нужно? Вау. 6400. Каменный страж. Защита 8, минус 80%. Да ладно. А толку тогда от этой брони-то? Еще демонов. Так, нам нужен 100 очков исследования при открытии. Это пригодится. Дает огромные краткосрочные возможности. Побочные эффекты неизвестны. Уклонение плюс 10%. Скорость атаки 13. Урон 12. Защита 10%. Блин, я хочу вот эту штуку. Так, попробуем. Загоним. Вот это можно продать. Биту. Биту можно? Можно. Так, еще не хватает куртки. Все нафиг. Луки тоже продадим. Арбалет этот. Да ё-моё, что там дорого-то? Я еще и торчу ему, ё-моё. Что тебе еще нужно, подлец ты этакий? Да ну, брось ты нафиг. Не, ребята, он просто... Они зажрались, эти торговцы. Вы уж извините меня, но вот возьму вот это вот только. И... 3200 она стоит. Ну, 3200. У меня... А, цена продажи 240. Тьфу ты, я не туда посмотрел, ребят. Я думал 1200 на продажу, а это покупка 1200. Ладно, хорошо. Обойдемся как-нибудь. Все, давайте-ка мы с вами изучим здесь маленько. Святость. Или все-таки шестое чувство, а, ребят? Ух ты, реликварий. Хрен с ним, давайте святость. Теперь нам остается только почитать. Даже не почитать, скорее всего. Это где у нас там делается ритуал? Я забыл. На каком-то из этих. Как тут пока занято? Тут пока нету ничего. Давай, Анабель, быстрее. Изучай все это дело. Я хочу посмотреть, что означает святость. О, уровень получил. Давай глянем. Так. Это у нас Стэн.
Священник он. Редкое оккультное оружие. Это в конце. Так, опять оружие. Скорость атаки. Редкий инструмент. Интересно, а какой мы можем редкий инструмент? У нас, по-моему, только оружие. Черт его знает. Давайте сделаем так, посмотрим. Вдруг там в дальнейшем нужно какой-нибудь там супер-пупер кирку иметь. Так, требуется помощь неподалеку. Ребят, я готов. Готов отправиться на помощь еще одному выжившему. Эх, была не была. Поскакали на всех парусах. Ух, ну. Так, подожди. Ё-моё, чё так быстро-то началось все? Картонах этот. Вы убиваете картонаха в первую очередь. Так, погоди, еще там кто-то. Я уж думал, мы на ускорении играем. Что-то как-то больно быстро так разбираем. Ведь могут, когда хотят, а? Ребят, смотрите. И ангела завалили, и все. Где выживший, я не пойму. Вот он, где-то здесь. Вот он, прячется. Откуда эти демоны могут пойти? Да практически с любой стороны. Так, Стив у меня в броне. Этот в броне. Давайте Глеба, наверное. Он у нас самый такой простенький. Хотя и Сузи. Ага, появились. Падший ангел опять. Эй-эй-эй, Макс, давай-давай-давай-давай, свистывай отсюда. Понятно. Не досвистел. Кто-то скажет, ну ты, ё-моё, достал, блин, все время перезагружаться. Ребят, ну каждый выживший, нафиг я буду идти за выжившим, да, чтобы у меня погибал основной состав, тем более раскачанный. Мне нужно сделать так, чтобы у меня и все мои остались, и еще при этом мы кого-то спасли. Я говорю, или можете перематывать это дело, всю эту заваруху, или вообще не смотреть. Больше ничего предложить не могу, ребят. Короче, здесь никак не сделать. Я бы и рад бы сам как-нибудь все это ускорить, убыстрить, но не получается. Давай, Юля. Ну, кто там прет? Суккуб. Ну, суккуб это полдела. Я же слышу, что кто-то строчит, блин. Картонах. Нет, не готов. Вот теперь готов. Кто строчит-то по Максу, а? Я же ведь знаю, где-то этот говноангел, вот он. Ну дай ты из дробовика-то, ё-моё, Во, Георгий, давай еще. Блин, надо дробовики делать. Вот посмотрите, просто сносит, блин, на ура. Так, одержимый пруд. Георгий, надо тебя подхилить как-то. Подхилил называется. Так, это у нас легион. Нет уж, легиончик. Как-нибудь в другой раз. Ну? Че уже, одержимого не можете одолеть, ё-моё. У кого еще есть аптечка? Вот, Макс, хилься. Кто там опять на нас бежит? Ну, в принципе, здесь нормуль. Суккубусы эти. Ну, Георгий, жахни. Молодец. А, картонах тут еще. Колдует. Отойди ты оттуда. Спасли. Сиф. Сиф, сифилитик, что ли, ё-моё. Нет, давайте-ка мы будем идти все вместе. Мне вот эти вот в разнобойку не надо. Хватило уже в свое время. Тихо. Стоим, стоим, стоим. Блин. Так, Глеб, отойди, по тебе строчат. Причем довольно жестко. Оу, Сив, тоже отойди, ты же у меня свежак. Только вылупился, блин. Надо накрывать этих гадов.
пассив. Почему ты сидишь? Ты должен атаковать. Отлично, молодцы, справились. Бежим. Я уже, блин, пальцы скрестил нафиг. Думал, лишь бы что-нибудь не сглазить. Ох, шикарно. Сиф у нас появляется, ребят. Я нас с этим поздравляю. Ох, что мы получаем? Ага, что у нас, типа тут только ангел падший был? Что-то свистунка тут заправляет мне. Ну, с едой пока у нас хорошо, даже очень хорошо. 1000, ну не 1500, как я хотел, но 1000 уже есть. А это большой плюс. Так, сейчас мы этого паренька куда-нибудь с вами пристроим. Во-первых, нужно ему что-нибудь дать в руки. Пускай вот это вот будет. Курточка эта кожаная, дешевенькая, и больше ничего. Так, и, естественно, приоритеты. Посмотрим, что он у нас умеет. Да ни хренашечка он не умеет. Поэтому отправим его... Пускай оккультное у нас изучает. Хотя у нас по оккультам вроде бы очень много народу, да? Да, многовато будет. Поэтому давайте-ка мы, наверное, поставим ему тогда шахтерство. Пускай добывает у нас глину, руду. Нечего ему тут дурачка валять. Так, а у нас, кстати, соленья. Чё-то я про них забыл. Что для этого нужно? Да ладно, алкоголь, масло. Соленья. Хорошо. Ого. На Х6. Вот оно в чем суть-то вся. Блин, а почему алкоголь нужен при солении? Для меня это какой-то нонсенс прям. Опа, рельсотрон. Заказываем, ребята. Так, урон 28. А тут урон 26. А тут 2... А, тут 46. Урон по области 50%. Давайте-ка вот так вот еще сделаем с вами. Опачки, тут у нас какой-то вулканический лук. Нужно масло, обсидиант. Но редкое оккультное оружие должно быть изучено. Нет, пока мы вот так вот сделаем с вами. Ближний бой я практически его не использую. Как вы уже видели. Не вижу я в нем пока ничего хорошего. Две аптечки. Ну что, вроде бы жизнь налаживается. Уже хоть как-то, ребята, хоть как-то что-то мы с вами изучаем, развиваемся потихоньку. Дерево у нас растет. Очень много на вырубку. Камень тут. Слушай, Дебра, я же вроде бы тебе сказал все. Хорош, завязывай с этим делом, блин. А она все равно ходит, патрулирует. Нет, выключи мы. Кстати, я так понимаю, когда вот это вот идет, значок вверх зелененький, это означает то, что он, наверное, занимается сейчас. А, предпочитаемая задача. Смотри-ка, ритуалами он хочет заниматься, рос у нас. Предпочитаемые, да? Ну, ты хитрец. Нет, перебьешься. Так, что у нас? Новенькое что-нибудь появилось? Нифигашечки. А что нам нужно изучить, чтобы что-то построить? Строевая подготовка. Скорость путешествий. Ну, вот это у нас будет следующим. Очков нам тут не очень много надо. Сейчас мы это сделаем с вами дело. 15% скорость путешествий по карте. Думаю, неплохо будет. Хотя мы хотели с вами вот это изучить. Да-да-да. Нет уж. Вначале мы диетологию сделаем, а потом уже... Атака неизбежна. Стоп. Вспомнил я опять кое-что. У меня же новые выжившие. Поэтому... Всех сюда. Абсолютно всех. Все идут? Да, все идут. Отлично. Кстати, что вот это такое? Так, заметность колонии определяет частоту и силу нападений врагов. Ну, это понятно. 30 дней.
У нас вроде бы уже давно как на четвертый месяц перешли, да, 97 дней живем мы с вами. Причем довольно неплохо живем. Лес подрос. Вот так вот это все дело. И, кстати, да, надо будет с вами, ребятушки, кое-что сделать. Пока у нас лес растет. Но о следующем-то не стоит забывать, верно ведь? Потому что мы вырубать вырубаем, ну и сажать надо, чтобы не было как в тот раз. Давай вот сюда клочочек. Так, подожди, соленья. Соленья, ты успеешь все это сделать? Также вот сюда. Отлично. Вот так вот, хорошо. Ой, ё-моё, что такое? Что сделал? Не то немножко. Все вроде бы. Гранаты, ну это мне не нужно. Гранатами я практически вообще не пользуюсь. Диетология, давай быстрее. Сейчас, правда, будет атака, ну и фиг с ним. Успеем, наверное. Режим обороны. Давай, занимайте позицию, ребята. Да-да-да, все, на меня нападение. И мы готовы их тут принять с распростертыми. Оу, ребят, смотрите. А ну-ка, давайте-ка вот сюда. Сюда. А как же мне вот, например, вот в башню вот эту? О, Мэй села. Села? Села. Вот так-то оно будет лучше. Смотрите-ка. Шмаляем-то как. Дебра, уйди оттуда, а. По-добру, по-здорову. Ты смотри, сколько тут легионов-то прет, эй! Куда они все собрались-то, не могу понять. Мэй! Черт, они могут атаковать, оказывается, а. Так, сейчас и до Юльки доберутся. Добрались уже. Да убегай ты, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сматываемся. Кто там стреляет, я не пойму я. Чёрт подери. Кого-то завалили, а. Там, оказывается, у нас падший ангел внизу стоял. Это же надо было так лопухнуться. Да, я понял. Готово. Бежит морозота эта вся. Давайте, леваки, сюда быстрее. Кто там стреляет? Где-то падший ангел опять там завис, а? Посмотрите, что делают, а, скоты. Два ангела тут зависло. Давай-ка сюда. Да чё, кого опять-то... Как они так умудряются? Ребят, я уже припарился, если честно, проходить это все дело по 30 раз. Просто припарился. Этот Андрей, блин, Андрюша, хренюша. Так, Дебра. Ну, Дебра. Так, давай. Андрей, блин. Да ты можешь спрятаться-то, ё, чтоб тебя не видел, блин, никто. Вау, заходят. Так, ладно, здесь справились. Разберитесь, ёп, парасоте.
Так, Мэй, давай с этого одержимого убьем и все, по-моему. Больше здесь никого нету. Ёпрасоты, ребят, фу. Это ж сколько раз переигрывать пришлось, а? Раз 6-7? Фу. Но главное, что все-таки мы отстояли. Дальше набираем очки. Так, тут опять уровень получил. Ритуал, уклонение, инструмент. Редкое оккультное оружие. Редкое огнестрельное оружие. Ладно, давай сделаем так. Ну что там по очкам-то у нас? Нормуль. Восстановление. Так, скорость путешествий. Диетология. Вот что нам нужно. 1080 очков, а не 1180, как я вначале говорил. Так, сейчас, ребят, все это сделаем дело. Черный ящик. Ох ты. Поискать в мусоре инструменты и попробовать открыть коробку. Пробуем. Ох ты. 600 оккультных очков. Демонита 30. И святой текст. Не зря. Уровень тут у нас. Да подожди ты, скорость такую, блин. Разогнал. Пистолеты, пистолеты. Редкое огнестрельное оружие. Я думаю, что это нам пригодится в дальнейшем. Ну что, по очкам чуть-чуть еще осталось. Давайте добьем. Все. Ну и где моя диетология? Та-дынь. А теперь я хочу посмотреть, что это у нас за грядка такая. Масло, кирпичи, севооборот овощей, пшеницы и трав для более эффективного сельского хозяйства. Севооборот. То есть какой-то гибрид получается. Кстати, а что нам нужно для того, чтобы сделать масло? Ух ты. Давайте, конечно, закажем маслица. Давай, 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 давай. Надо нам очень много масла. Потому что трава у нас. Хоть зажрись ее. 2000. Также у нас и пшеница дофига. Так что автопроизводство минимум. Давайте сделаем, ну, 100. Ну и максимум 100. Вот так вот. Пускай. Масло нам никогда не помешает. Хотя у нас там огурцы еще, блин. Соленье идет. Масло это. Так, ну что следующее мы с вами будем? Сигналы? Нет, не сигналы. Вот, наверное, вот это будем изучать. По оккультизму у нас идет. По оккультизму-то ничего не знаю. Вот у нас защитная аура и шестое чувство. Кстати, у нас же, по-моему, ритуал уже провели. И мы можем, наверное, глянуть, где оно делается. Ха, ребят, я что-то не понял. А где же у нас делается это святое лечение, вроде бы, да, было? Так называлось оно? Так, это святость. Хм, а где же у нас эта святость находится? На каком алтаре? Ага, вот оно. Создает ауру, которая ускоряет естественное восстановление тел выживших. То есть, ну, о чем я вам, в принципе, и говорил. Если у нас будут ребята ранены, мы сюда придем, делаем этот ритуал, и все у нас хорошо. Так, что у нас там? Аркебуза, блин. Аптечек, по ходу дела, мы тоже с вами пока не можем сделать. Ну, вот такие вот обычные. Ладно, сделаем 4 штуки. Все равно их нужно здесь штук 100 делать, потому что они на пару раз исчезают потом. Так, лес пускай пока растет. Кстати, мы что с вами... А, нет, я уже думал, весь лес вырубили. Нет, все нормуль. Пока все хорошо.
Ну вот это вот, конечно, не дело. Так, давай-ка вырубать. Все тут заросло. Вся деревня у меня заросла деревом. Так, остальное у нас дело за малым. Нам нужны с вами вот эти вот данные исследований. Ну, для того, чтобы мы могли... Так, подожди, готово, что ли, у нас это все? Нет, не готово. Еще никто этим даже и не занимался. А почему? А потому что, наверное, никто производство занят, наверное, хлебушком, да всякой ерундой. Да с оленями, с мариновкой. Им якобы сейчас не до оружия. Производство у нас. Вот. Нужна геология. А для этого нужны данные исследований. То есть диск нам полюбасику с вами нужно будет сейчас добывать. Диск. Подарок 300. Спасибо, блин. 300 лома. Как много. Ну что, ребята, я думаю, что пора нам идти за диском, пробовать его все-таки добывать всеми правдами и неправдами, чего бы нам этого не стоило. Ой, прям аж передергивает, блин. Ёлки-палки. Лес густой. Ну вот это вот самый оптимальный вариант, ребят, вот наличайте, но... Мутная компашка. Святое оружие, давай. Изучим. Попытаемся, может быть, все-таки, а? Стекло, алоэ вера. Нам по любасу больше ничего не остается. Только диск, иначе развитие у нас с вами тормознется. Давай, погнали. Тем более, они у меня сейчас все здоровые. С аптечками, с амулетами там. Все дела. Пускай бегут. Можно было бы здесь еще каким-нибудь, знаете, там, портал изучать. Так, поставил здесь отметку. Хоп, телепортировался. Потому что карта тут ядрена вошь. Еще сколько разведывать и разведывать. Так, практически. Ну, если что, у нас сохранение идет. Эй, блин. Ой, ну, как говорится, была не была. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, ребят, ну это жесть какая-то. Фух, нет, никак мне не одолеть их, а. Это автобой, я уже молчу, если я буду сам играть. Там фиг что получится. А хотя давайте, наверное, мы с вами... А, мы же видели, Лич это у нас такой маг, который стреляется магией. Как вариант, я могу предложить, знаете, что еще? Побегать, пооткрывать просто карту. Может быть, где-то вот в этих местах будут. Сейчас мы это дело с вами прошуршим. Блин, жарачка уменьшается, да? Да нет, вроде бы пока все хорошо. Что там опять? Стычка. Суккуб и одержимый. Но это мы еще легко отделались. Да понял я, понял. Так, это у нас тут водоем, что ли? Я... А, нет, все нормуль. Давай-ка вот так вот и бежим. Блин, а здесь мы не сможем открыть здесь, потому что у нас типа озеро какое-то. Уровень кто-то получил. Очень замечательно. Ну, а мы с вами пока все равно будем открывать дальше карту. Давайте-ка вот здесь вот исследуем маленько. Лес какой-то. Требуется помощь. Где? Кому? Чего? Выживший, ты где? Покажись. Рядом с нами. Побежали. Так, поднимем уровень. Производство. Редкая механическая рука. Давай так вот. О. Шанс производства X2 предметов 10%. Давай так попробуем. 10% это, конечно, маленький шанс, но тем не менее. Ну что, прибежали. Готовимся, ребята, к очередной
припаровки. Смотрите, у нас они два. Тихо ты, где? Вон они бегут, блин. Все эти демоны одержимые. Знаете, в чем минус... О, тихо, тихо. Гриши нашего. В том, что он только в ближнем бою хорош. Ну как в ближнем бою? На короткой дистанции. У него дробовик мощный, но... Ага, вот он, чё, гаденыш был. Видите, вот у него дистанция вся. Но зато он шмаляет-то, будь здоров. Так, а вот у нас и выживший здесь. Отлично, ребята. Давайте-ка мы здесь сделаем небольшую, наверное, расстановочку. Так, Рос. Ты у меня самый покоцанный получаешься, да? Давай мы тебя... Да кого ты хилишь, сам себе идиот, а? Вот он, дебил. Ладно, давай расставлять. Так, так, Рос, ковыряйся. Занимайся этим делом. Опа, я не понял. Макс, ты какого лешего там у меня завис, блин? Вовремя я увидел-то его, а? Дурачка этого. Так, Юля. Отбегай от греха подальше. Слушайте, мне кажется, что ли, призраки такие крепкие уже стали. Раньше их валили с полтычка, блин. Сейчас что-то нифига не получается. В чем проблема-то, я не могу понять. Так, сверху прут гады. И это у нас... Это у нас плохие ребята. Тут у нас и картонахи всякие. Вот тут только нету. Так, Макс. Ребят, знаете, в чем большая проблема у нас? В том, что нет аптечек. Я что-то как-то про них и не подумал. Все. Сваливаем отсюда. Так давайте кучнее как-нибудь. Вот тебе и смотались, а. Где-то заваруха идет. Вон они. Давай отбиваться. Георгий, отойди. Че так быстро-то разбирают, эй? Я говорю, ребят, по-моему, призраки тут стали мощнее. Макс! Фу, блин. Обижать-то, ё-моё, не ближний свет. Сейчас, как всегда, где-нибудь выйдут. Стопудня, говорю вам. А это у нас Арманд. Вот кого мы спасли с вами. Пока еще не спасли, но он как выживший у нас идет. Ух. Фу, чудом, чудом уцелели опять же. Отлично, все хорошо. Возвращаемся домой. Там у нас, кстати, уже 1500 оккультных очков. Осталось совсем маленько, ребят, и мы с вами сможем... Что мы там сможем-то? Сможем что-то изучить. Уровень, уровень. Автоматическое оружие. Пускай будет так. Соленье, варенье, все это у нас производится. Друиды. Шестое чувство. Ай, да. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Встретимся с вами уже в следующей серии и продолжим играть, укрепляться, усиливать своих ребят и дальше, как говорится, давать люлей этим зомбарям, демонам, личам, ну и всей прочей этой нечисти. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков.